Кажется, что протесты сдулись. Что делать? Во-первых, протестная энергия никуда не ушла. Да, есть невиданная волна репрессий, какой в Беларуси не было с 1937 года. Такого размаха зверств новейшая история Беларуси не знала никогда. По сути, происходит уничтожение белорусской нации. Но протесты не сдулись. Стихийный протест, который по разным причинам не смог переломить ситуацию в августе 2020 года и позже, должен сейчас трансформироваться и переформатироваться в структурированный протест. Тот, кто сделает это, тот, как говорится, и победит. Во-вторых, на данный момент очень важно понимать, что эта реструктуризация происходит и не прекращается ни на минуту. Поверьте, в день X все равно объединятся. Потому что когда стоит вопрос или выиграть, или поругаться с кем-то, то люди, у которых есть общая цель, а напомню, это свободные честные выборы, демократическая Беларусь, освобождение всех политических заключенных и, конечно, Беларусь без Лукашенко, вот все эти люди обязательно быстро объединятся. Практика показывает, что объединение проходит даже в течение 10-15 минут. И примеры тому в истории уже есть. Достаточно вспомнить, как объединялись штабы перед президентскими выборами 2020 года. Живи, Беларусь!